Тверской области открыли новые медучреждения. В регионе заработали сразу три поликлиники. Их построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и оснастили по передовым стандартам. Там установили высокотехнологичное оборудование, открыли игровые комнаты, к работе привлекли молодых специалистов. Ожидается, что врачи будут обслуживать порядка 10 тысяч юных пациентов. Именно связка между первичным звеном и стационарным звеном обеспечивает вот это беспрерывное введение пациента в едином контуре. Когда врачи могут, соответственно, полностью о пациенте взять всю информацию, когда она структурируется четко, и когда уже системы поддержки принятия решений помогают вести этого пациента. Это большая президентская программа, большой президентский проект, который реализуется по его поручению. Это программа модернизации первичного звена здравоохранения. И очень важно, что, понимая, насколько она востребована, президент страны принял решение, что эта программа в 2025 году не завершается, что после 2025 года дальше, до 2030 года, она будет продолжена. Также регион закупил новые отечественные автомобили, чтобы терапевты могли добираться до пациентов быстрее.